Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Hello Yogurt. В данный момент сразу же, ребят, иду открывать пилюлечки. Хотя... Да, давайте откроем. Откроем пилюлечки, посмотрим, что в них будет. У нас, кстати, очень много денег. Мы сейчас с вами прокачаем нашего персонажика и пойдем проходить, опять-таки, новый уровень. Я не знаю, получится ли его пройти, но я буду делать все, что в моих силах. Так, с первой карточки открываем. Удвоение коинов, окей. Монеточек. Так, щит, неплохо тоже. В принципе, все эти бусты, они довольно-таки неплохие. Ну, лично мое мнение. Но ревайв, наверное, самый редкий. Ревайв самый редкий и самый классный. Жалко, что ревайв нельзя использовать больше одного раза за игру. Но иначе мы бы смогли проходить с вами намного все быстрее. Все, возвращаемся сюда. Смотрим журнал. Ничего нет нового. Смотрим сюда. И у нас эволюция стоит 21 тысяч, ребят. У нас 128 тысяч. Эволюция 21. Смотрим. Воу-в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 оу
ребята. Прикольно очень. Офигенно выглядит. Так, и мы можем прокачать его. Одна прокачка, ребят, стоит 5400 монет. Я думаю, что мы прокачаем его до 120 уровня. И, наверное, эволюцию еще совершим. За него, наверное, мы уже не поиграем сегодня. Я думаю, что нам хватит денег для того, чтобы сейчас совершить эту эволюцию сделать. Так. Так. Я не думаю, что он будет больше 50 тысяч стоит эволюцию. Да, 23 тысячи всего стоит. Все, эволюционируем, ребят. Ты был классным, ты послужил мне верой и правдой, но нужно эволюционировать. Так, 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 смотрим в кого. Воу. Тот был, конечно, поприкольный, но это какой-то очень странный, знаете, непонятный вообще. Неужели там третий будет появляться? Окей, прокачиваем его. Видите, у них хп все больше и больше. То есть все деньги сейчас на прокачку, ребят, тратим, потому что куда нам их еще одевать, кроме как на прокачку. 124 на четвертый уровень. Берем пилюльку. Еще одну пилюльку. И вот как будет. Три уже будет. Видите, я угадал, ребят. Их будет три головы. Офигеть. Так, журнал открываем. Здесь у нас наградки за то, что мы эволюционировали. Подожди, вот видите, у нас написано новая миссия. А, то есть вот почему у нас написано new. Так, получаешь. Смотри, сколько здесь наград опять. Супер. Я думаю, знаете, что сейчас делать, ребята? Я думаю, что стоит... Ну, во-первых, прокачаемся нашего чувачка. Здесь осталось совсем капельку. Всего лишь 6 уровней ему осталось. Я думаю, как раз таки мы сейчас хватит на 6 уровней. 2. 3. 4. Нет, только на 5 уровней. Да что ж ты будешь делать? Где брать все это золото? Так, и знаете, что, ребят, хочу сделать? Хочу посмотреть сейчас, где у нас миссии, не пройденные на золото, и пройти их на золото. Я думаю, что имеет это смысл. Что это такое? Вот, смотрим. Смотрим, 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 смотрим. Вот серебро и вот серебро. То есть имеет смысл, ребят, вернуться вот на этот уровень, пройти его на золото, и сразу же после того, как мы это пройдем, пройти этот на золото. Я не уверен, что получится. Ну, видите, у нас везде золотые медали, кроме вот этих двух уровней. Как так жить? Как так жить? Давайте попробуем, я не знаю. То есть, что мы сейчас делаем? Берем это, берем это, берем это. За 1200 покупаем вот эту штуку. Все, здесь просто идеальный вариант. И сразу летим на этот уровень. Смотрим, как все это будет, ребят, протекать. Просто хочешь пройти на золото, чтобы... Больше наград было, и потом, я так понимаю, вот эти вот штука, которая является стори-модом для нашего профессора, она дается как раз-таки за медальки. Так что, немного напри... Как сказать-то? Если мы немного напряжемся, то, в принципе, должно все получиться. Мы будем получать больше наград, больше золота, и будет больше, разумеется, прокачек и всего самого лучшего и классного. Тихонько. Кстати, нам золото еще дают за то, что мы прыгаем там как-то аккуратненько. То есть, здесь бывает момент, когда, к примеру, цветок опускается, либо поднимается, и вы вовремя прыгнули как-то хорошо, и это, типа, вам за это монетка дается. Вот такие дела. Я думаю, вы это замечали раньше, но, в принципе, я не видел, чтобы кто-то об этом писал. Тек. Вот, монету сейчас дали, кстати. Тек, 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 тек. Смотрите, сколько гусениц. Просто здесь повсюду гусеницы. Видимо, это специальный такой уровень, в котором вы видите цветы и гусеницы. Прикольно. Раз, два. Ну, давай же. Эп, оп,
Хорошо. Половина уже пройдена. Кстати, очень долго что-то мы проходим. Пипец, как-то долго. Даже непривычно. Что-то раньше казалось, что мы... А! Пу! Офигеть! Чуть не получил урон. Что-то раньше казалось, что мы все это быстрее проходим, ребята. Сейчас я понимаю, что все равно уровни какие-то долгие. Ну это золото, золото мне обеспечено. Я даже щит не потратил, это значит, что у нас есть возможность, ребят, щит потратить на следующем уровне. Да! Еще одна золотая медаль. Здесь по 40 дается. По 40 одной монетки. Если быть точным. Окей, неплохо, неплохо. Здесь, видите, еще зависит от того, какую медаль вы получили на уровне. Так. Золото есть. Ух, осталось на этом уровне золото получить. Все будет печально, хотел сказать. Все будет потрясающе, потому что мы дальше переходим на следующий уровень. В принципе, мы те уже уровни проходили. Я вот не знаю, придется их еще раз проходить. Они уже на золото пройдены. Но, в принципе, ради золота чего только не сделаешь. Это сложный уровень, кстати, потому что здесь добывают деревья превращаются в холмы. И вы просто из-за этого путаетесь. Надо быть особо внимательным. И стараться пройти это без всяких проблем. Чпунь. Тек. Тек. Уии! Хорошо. Нормально. Нормально. Но пока что половина ребят вообще на изичайшем вообще уровне пройдена. Ну, то есть, очень просто сейчас было. Может быть, я уже просто приноровился в эту игру играть, и поэтому сейчас все потрясающе получается. Отлично. Мы даже щит еще не потратили. Хотя бывало такое, что мы тратили этот щит сразу же. Как только начинали играть. Окей, ну, в принципе, неплохо. Мы уже близимся к концу. Да, прошли, ребят, даже без использования щита. Офигеть. Кстати, жизни у нас вообще здесь не уходят. То есть у нас прокачанный чувак. У него жизни уходят только на тех уровнях, которые мы были с вами в конце. То есть, которые мы еще не проходили с вами. Пипец. 4000 мы уже заработали. Я думаю, что до 5000 мы точно дойдем. В монетах, в голде. Да, 5000, смотрите-ка. Даже 5400, офигеть. Так, я уже даже забываю просто, какие следующие уровни. О, началось. Свет иного мира. Вот это, конечно, жесть. Не знаю, что значит вот эта вот надпись Resistance. Это, видимо, значит то, что мы защищены от получения обычного урона. Хотя я не уверен в этом. Получение урона каждую секунду от самой среды. Но это не точно. Это я лишь предполагаю. Но это мы проходили, ребят, на золото, вроде бы, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, но сейчас уже золото нам не дадут никак, потому что я уже две ошибки сделал. Ну окей, посмотрим. Тек. Чпоник. Отлично. Видите, мы не получаем здесь урон. Мы просто получаем урон, если нас кто-то касается, либо это мы падаем куда-нибудь и так далее. Кстати, у нас есть еще вертолетик, то есть если мы пойдем в яму, то этот вертолетик нас как вывезет, поднимет обратно. Оп. Хорошо. Ну здесь серебряное, на серебро мы пойдем, ребят. Один урон мы получили. Да. И вот серебро. За нами. Окей. Почему-то написала, что золото. А, нет. Видите, золотые медальки, значит, это значит то, что мы прошли на серебро. То есть, ну, у нас уже здесь было пройдено на золото, поэтому мы сейчас нам показалось сразу три медальки. И видите, меньше золота дается, чем на прошлом уровне. На прошлом уровне мы прошли, ребят, на золото. То есть, проходите на золото, вам даются алмазные
медальки. Проходите на серебровом, даются золотые медальки. Ну, не медальки, а вот эти вот монетки. Я думаю, что это многие замечали, но если вдруг вы не замечали, то вот я вам сейчас и сказал об этом. Чтобы вы знали. Мало ли вы не знаете. Так. Хорошо. Вообще без звука, кстати, он прыгает сейчас почему-то. Странно. Везде со звуком, а здесь без. Упали в зону беззвучную. В полностью, которая звук изолируется, видимо. Прикольно. Окей. Видите, монетки подбираются, звук есть, а вот именно когда мы на этих штуках прыгаем, звука никакого. Так. Ай! Вот я лось. Получил урон! Пипец! Вы что, издеваетесь? Издеваются точно. Но мы здесь урон, в принципе, от самого уровня не получаем, так что, в принципе, нам сейчас восстановят все жизни, которые мы потратили. Отлично. Видите, серебряные монетки. Это значит, что мы вообще очень плохо пошли на бронзу. Не знаю, почему так. На бронзу проходите, он дает серебряные монетки. Проходите на серебро, он дает золотые. Проходите на золото, вам дают алмазные. Это очень странно. Давали бы того цвета, которого, на которого и медалька. Было бы, в принципе, все понятно, и никто бы не жаловался. Окей. Это мы тоже проходили? Нет! Кстати, мы проходили это вроде, да? На золото. Но я к тому, что здесь у нас урон все-таки получается от самой локации. Кипец. А вот от чего зависит, интересно? Именно уровень? Не уровень, точнее, а именно наш персонажик влияет на то, что получаем мы урон или нет. Ух, не знаю, не знаю. Это очень сложно все для понимания моего. Полетели. Так. Офигеть, просто какая-то жесть. Не, ну мы здесь проходим, видите, у нас даже половина жизни не отнялась. Учитывая то, что мы уже больше половины прошли, то, что мы уже близки к концу. Так. Ну, сложная миссия, на самом деле. Окей. Да, прошли. Даже половины, ребят, не отняли. У нас сейчас 10 тысяч уже есть. Посмотрим, сколько нам дадут за этот уровень. Нам здесь должны прилично денег дать. Здесь по 69 монет вроде дают. Может быть, по 60 с чем-то. В общем, неплохо. Приличное количество денег здесь. Можно сказать, даже целых 3 тысячи уже получили. Почти 4 тысячи, ребят. Почти 4 тысячи монет мы получили на этом уровне. И у нас еще это все умножается. Мы уже имеем, может быть, 26, даже 27 тысяч. Это офигенно. Окей. Клубничка, ананасик. Вот здесь вот в единственном уровне пока присутствует какая-то платформа непонятная, которая нас постоянно путает. Ладно. В принципе, во всех вариантах, когда я прыгал на нее, не нужно было, то есть, нажимать на экран, на мышку. Значит, мы сейчас не будем нажимать, если она будет здесь появляться. Вот она. Не буду нажимать. Так же вы издеваетесь! Все-таки надо было. Сейчас надо было. Я вот просто все время прыгал специально. Думал, может быть, попаду. Блин, я не знаю, просто непривычно с этой фигней работать. Я на нее не смотрю просто в тот момент, когда я прыгаю по этим штукам. По всяким ягодам да фруктам. Нет! Щит снял, да? Да, успел! Офигеть! Успел пройти. Мы прошли на бронзу. Офигеть, да как так-то? У меня щита, видимо, и не было, я сказал, что я щит снял. Эй, вот почему.
сложные миссии, сложные, однако намного сложнее, чем самые первые. Сейчас у нас будет сено, если я не ошибаюсь. Да. Но сено мы вроде бы проходили. Дальше уже медузки будут. Нам нужно будет медузок еще пройти, но уже не в этой серии, ребят, уже в следующей серии мы 100% будем проходить. У нас пропеллер, все хорошо. Но здесь уже разницы нет, потому что мы не дойдем так и так до конца. Потому что у нас сейчас жизнь закончится. Хотя мы, по сути, можем ревайв использовать. И, в принципе, победить. Уи! Ревайв. Стоит ли? Я вот не знаю, давайте попробуем, ладно. На самом деле, мне кажется, даже с ревайвом мы не дойдем до конца, потому что еще далеко, еще очень далеко нам нужно прыгать. Но все-таки, ладно, потратил, все уже. Что сделано, того не воротить. Зачем я сейчас прыгнул? Что со мной не так? Нет! Мы близкие были, вообще конкретно близко. Нам еще одно достижение дали. Я не знаю за что, видимо за то, что мы прошли те миссии, которые мы с вами не проходили на золото. Нам дали 38 тысяч голды. Просто офигенно все. Все красиво. Так, смотрим, что мы здесь можем взять. Вот смотрите, мы, получается, берем пилюлечку с Daily Challenge. Так, и смотрим, что мы здесь забираем. Всего ничего почти. И прокачиваем, ребят, наверное... Может, до максимума нашего чувачка. И эволюционируем мы его уже в следующей серии. Я думаю, что вы будете все не против. И если вам нравится игра, ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании и в шапке канала. Это была игра Hello Yogurt. С вами был Лекс. Спасибо за просмотр и всем добра.